Ну, что такое левый пилот? Это мозг экипажа. Что такое штурман, дорогие друзья? Это глаза экипажа. Что такое радист, дорогие друзья? Это уши экипажа, дорогие друзья. Что такое техник? Это руки экипажа. А что такое правый пилот? Это член экипажа. Правильно, да? Я ничего не соврал. Мне посчастливилось провести день рождения Пугачеву, замечательному человеку. Вот, и как бы, когда я готовился, я волновался ужасно. Вот, но начитался в интернете, значит, истории о жизни летчиков. Ну, песня не моя, но я должен ее спеть, все-таки день рождения. Значит, дорогие друзья, прошу налить, у кого есть. Потому что вот у меня есть знакомый Валерий Геннадьевич Михлюков, вице-президент клуба «Чидети». Валерий Геннадьевич Михлюков в девичестве своем был офицером ПВО и летал на самолете МиГ-31, который был сделан умелыми руками советских рабочих на заводе Горького. Вот. И вот Валерий Геннадьевич мне все рассказывал, как он однажды, значит, самолет у него вот в таком положении и не переводился вот в такое. Значит, оказывается, у него там в бустере забыли отвертку техника. Вот. Но, значит, он его посадил все-таки, посадил, выпил стакан спирта, все было нормально. Да, то есть, хочу сказать тем, кто не часто летает на самолетах, особенно в качестве летчика, правого или левого, неважно, что летать на наших самолетах, сделанных нашими рабочими, это отдельная песня. Понимаете? Поэтому я хочу спеть сейчас про летчиков такую серьезную секретную песню. Значит, внимание, дорогие летчики, помашите мне руками, кто летал на самолетах. Отлично. Кто сам летал? А, отлично. Сам летал, да? На этом самом. Значит, песня секретная, перед прощением сжечь. Припев поется хором. В припеве, кто хочет знать, что там в припеве, подойдите после концерта, я вам все расскажу. Ну, словами мои, музыка тоже украдена. Песня рассказывается о том, как большой самолет полетел с пункта А в пункт Б, по дороге его случайно сбили свои, но все остались живы. Все слова, которые говорил экипаж, при этом заменяют словом тра-та-та, поскольку здесь мой ребенок, Иван Михайлович, жена моя, Екатерина Львов. Они идут все слово тра-та-та. Крутится, вертится шар голубой, наш самолет отправляется в бой. Тра-та-та-та, бортмеханик сказал, тра-та-та-та, командир отвечал. Тра-та-та-та, бортмеханик сказал, тра-та-та-та, командир отвечал. Штурман заснул средь бутылок пустых, мы в облаках заблудились в густых. Тра-та-та-та, командир очень злой, тра-та-та-та, полетели домой. Тут к нам в кабину борттехник бежал. Братцы родные, тра-та нам настал. Чья-то ракета за нами летит. Тра-та-та-та, командир говорит. В общем, их сбили. Прямо с небес тратахнулись во враг. Кто нас подбили, свои или враг? Наша ракета и наш самолет. И, как оказалось, знакомый пилот. На белый свет экипаж вылезал. Каждый при этом тра-да-да сказал. Лишь командир в это время молчал. Воздуху в легкие он набирал. Эхо убираем, блин. Речь командира, поем все вместе. 3-4. Тра-т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 а. Тра-т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 а. И когда лыжники поют. Тра-та-та-та-та-та-та. Вашу мать, больше не буду я с вами летать. Тра-та-та-та-та-та-та. Вашу мать, больше не буду я с вами летать. Все, Вадик, спасибо. Аплодисменты летчикам.